Друзья, сейчас распакуем Гита Лели. Ну как можно случайно встретить в аэропорту вот этого человека? Существует такой инструмент, потому что в основном есть только укулеле или гитара, как все приходят. Здорово, братан. Не понял. Ну как так можно познакомиться? Мы с ним знакомы через интернет, но здорово. Это был пранк. Вот так вот стоишь с подписчиками происходит. Это блогер, музыкант, еще участник голоса. А, серьезно? Здравствуйте. Ну привет, коллега. Я уже думаю, что у меня кашля, когда я увидел вот это, я уже думал, он по-любому. Как дела у тебя? Нормально, сам извини, что я прервал, думаю, это я так начал. Блин, залетел красиво. Меня Торнике зовут. Меня зовут Наиль, очень приятно. Наиль? Да. Очень приятно. Как Раиль только. Да, только Наиль. Как Раиль, похоже. А ты куда? Ты куда? Я в Казахстан выступаю. А вы? В Европу. Гулять? По путешествию, да. Ты вот постоянно вот такой движухи. Я так вот это не люблю. Нашу съемочку немного прервал участник голоса Торники. Кентатиане, прикиньте, просто случайно пересеклись в интернациональном VIP-зале аэропорта Шереметьево. Сейчас распакуем, наконец-таки, ту самую полугитару, полуукулельку. И посмотрим, как она звучит. На ваших глазах все происходит. Я тоже впервые вижу данный инструмент. То есть, по размерам она как укулеле, только тенор. Но самое главное, строй как на гитаре. То есть, можно спокойно зажимать и играть. Для меня она довольно маленькая. Придется найти веревочку, чтобы... Уже настроен. Настроена? Неожиданно. Прям очень узко нужно зажимать аккордики, чтобы... Но оно прям вибрирует. Я чувствую, бас отдается в тело. Неожиданно для такой гитары. Потому что у меня есть укулеле, она нифига не звучит так жирно, потому что здесь есть басовые струны, а на укулеле нет. А там всего лишь 4 струны, можно подумать, что вот эти 4 нижние. Вот таким образом она звучит. Там слышно? Да, братан. Что бы такое сыграть? У тебя уже анчпокинг на 2 минуты вышел. Оформление для Торники. Приятного. Друзья, сейчас снимем видео. Необычное. На фоне Пизанской башни. Такого точно никого нет. Погнали. Не влюбляйся, я не твой герой. Будет больно, не твой. Ты скучаешь так же, как...